Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня мы с вами разберем такой интересный канал на YouTube, как Колян86. Мы узнаем, сколько данный автор канала зарабатывает за месяц на YouTube, а также узнаем полноценный доход данного канала за все время существования на YouTube. Итак, на данном канале 630 тысяч подписчиков. Последний ролик был загружен на канал 3 часа назад. Ролик набрал 21 тысячу просмотров. Также вот один день назад ролик был загружен на канал, набрал он 110 тысяч просмотров. Два дня назад ролик был загружен на канал, набрал он 168 тысяч просмотров. Два дня назад еще ролик вот был загружен на канал, набрал он 131 тысячу просмотров. Три дня назад ролик был загружен на канал, набрал он 126 тысяч просмотров. То есть автор канала выкладывает на свой YouTube канал, грубо говоря, ролики ежедневно. Хорошо, давайте перейдем и посмотрим вообще самые популярные ролики, сколько они набрали просмотров. Итак, ужасное ДТП, Уральские горы. Трасса М какая-то там. Два года назад был загружен ролик на канал, набрал он 10 миллионов просмотров. Также вот 5 лет назад был ролик загружен на канал, набрал он 8 миллионов 400 тысяч просмотров. Это самые популярные ролики на данном канале. 5 лет назад ролик был загружен на канал, набрал он 2 миллиона 300 тысяч просмотров. То есть какой вывод можем сделать? Что популярных роликов миллионников достаточно много данного канала. Кому интересно, можете заходить смотреть. Давайте же посмотрим вообще старые ролики. Сначала старые ролики и узнаем, когда же Колян86 загрузил на свой YouTube канал первый ролик. Итак, а первый ролик был загружен на канал 7 лет назад. Ролик набрал 50 тысяч просмотров. Вот такие цифры. Хорошо, давайте же перейдем к статистике о канале и уже поподробнее разберем ее. Итак, канал был зарегистрирован 14 января 2015 году. На данном канале уже 309 миллионов 377 тысяч 309 просмотров. Вот, также имеется вот почта, ссылки ВКонтакт и Инстаграм. Давайте на Инстаграм перейдем, посмотрим. Вот, в Инстаграме 199 публикаций, 43 200 подписчиков здесь в Инстаграме у автора. Вот, также имеется, видите, фуры выкладывает автор, выкладывает все. Хорошо, давайте же вернемся и перейдем на другой сайт. И уже разберем поподробнее, сколько же узнаем автора. Колян86 заработал за последний месяц, а также за все время существования на YouTube. Итак, загрузок видеороликов на данном канале 1343 ролика загружено. Подписчиков 630 тысяч. Просмотров видео 309 миллионов 370 тысяч 174. Канал зарегистрирован в России. Тип канала «Люди». Пользователь создан 14 января 2015 году. Общая оценка канала «Б». Подписчиков за последние 30 дней на данный канал подписалось 3000 человек. На 25% хуже, чем позапрошлый месяц. То есть позапрошлом месяце подписалось поболее. Хорошо. Видео просмотров за последние 30 дней на данном канале 4 миллиона 225 тысяч просмотров. На 5,8% лучше, чем позапрошлый месяц. Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 1100 долларов до 16 900 долларов в месяц. Ну, 16 900 долларов, конечно же, YouTube не платит автору канала. Но начальный заработок данного канала от 1100 долларов и более. Давайте же с вами посчитаем эту низшую цифру. 1100 долларов умножим на 79, получим 86 900 рублей. Ниже данной суммы автор канала Колян86 не зарабатывает, только больше. Хорошо. Даже если Колян86 перестанет просто выкладывать на свой YouTube канал ролики, Колян будет ниже вот этой суммы, не будет зарабатывать. В течение полугода он будет получать свою сумму. Вот эту вот, которую я вам показывал. 86 900 рублей. Хорошо, но эта цифра мы все прекрасно понимаем, она очень сильно занижена. На самом деле Колян86 заработал намного куда больше за последний месяц. К этой цифре мы с вами позже вернемся. Давайте посмотрим вообще пока детальную статистику данного канала. Узнаем, сколько за сутки вообще подписывается людей на автора Колян86, а также сколько Колян86 набирает просмотров за сутки на своем YouTube канале. Итак, значит, Колян86. Подписывается людей за сутки, подписалось на данный канал 18.01, вот подписалось 1000 человек, 25.01 1000 человек. Почему-то вот сайт не зафиксировал ежедневные подписки на данный канал, но вообще за сутки подписывается по 100 человек на данный канал. Хорошо, по просмотрам, 430 тысяч просмотров за сутки, здесь почему-то сайт не зафиксировал, 102 тысячи просмотров за сутки, 68 тысяч просмотров за сутки, 169 тысяч просмотров за сутки, 200 тысяч просмотров за сутки. То есть за сутки данный канал набирает по 140 тысяч просмотров. Хорошо.
Давайте же вернемся и перейдем теперь на другой сайт и узнаем вообще, сколько Колян86 заработал за все время существования на Ютубе. Итак, сколько зарабатывает Колян86 на Ютубе на сегодня, 12 февраля 2022 году, в среднем по Ютубу с включенной монетизацией с даты создания канала, Колян86 заработал 18 557 428 рублей. Это за все время существования на Ютубе. Повторюсь, это получается сначала старые ролики за полноценных, ну, давайте говорить за полноценных 6 лет, потому что в течение года автор канала ничего, грубо говоря, можно сказать, ничего не зарабатывал с Ютуба. За полноценных 6 лет автор канала заработал 18 557 429 рублей. Вот такие цифры, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Также здесь можете вот оставить комментарий на данный канал, написать свое обсуждение, свое мнение, написать автору канала, гадости писать не нужно, напишите что-нибудь мотивирующее, что-нибудь, чтобы автор канала, например, побольше роликов снимал, выкладывал на свой YouTube канал. Вот, гадости писать не надо, гадости могут все написать. Итак, значит, давайте ниже спустимся. Колян86 зарабатывает на YouTube 7174 рубля в день или 215 225 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 14.01.2015 году. То есть данный сайт нам гласит о том, что канал Колян зарабатывает 7174 рубля в день. Или же 215 225 рублей в месяц. Но эта цифра тоже очень сильно занижена. Давайте же с вами вернемся, и я вам уже посчитаю и скажу, сколько же Колян86 заработал за последний месяц на Ютубе. Итак, Колян86. Как я и сказал ранее, расчетный ежемесячный доход данного канала от 1100 долларов и более. Мы с вами посчитали, перевели в рубли. 1100 долларов – это 86 900 рублей. Но эта цифра очень сильно занижена. Нам надо с вами 1100 долларов умножить на 3,2. Получим 3520 долларов. Заработал автор канала с Ютуба с одной только монетизации. За последний месяц. Вот такие цифры. Это в долларах. 3520 долларов, повторюсь. Переводим в рубли, на 79 умножаем, так как на сегодняшний курс, на сегодняшний день у нас курс доллара составляет 79 рублей, 1 доллар. Получаем 278 тысяч 80 рублей. Заработал автор канала Колян86 за последний месяц на Ютубе. Ну, сайт был близок. 215 тысяч, это, наверное, месяца два назад Колян такую сумму зарабатывал. А нет, почему? Месяц назад, да, можно сказать так. Месяц назад Колян заработал около данной суммы, чуть-чуть побольше. Потому что в этом месяце, за этот месяц, за последние 30 дней на данном канале, 4 225 тысяч просмотров на 5,8% лучше. Да, позапрошлым месяцем около 4 миллионов было просмотров, и автор канала заработал, ну, около 250 тысяч. За предыдущий месяц. А в этом месяце 278 тысяч 80 рублей. Вот такие цифры, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Ну что я вам хочу сказать. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видеоролика, кто его досмотрел до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите в комментариях, на какой канал провести еще обзор. Всем пока, до новых встреч.